когда-то мы были счастливы с рассвета до заката, и дважды счастливы с заката до рассвета. Но непорядочно рассказывать про это. Про это! В тюрьме у эшафота расцветают розы, из-под ресниц от красоты сочатся слезы. Благоуханье сада людям помогает, когда им головы на плахе отрубают. Зачем приехал Ланселот? Мы ж не просили, и нам не нравятся ни войны, ни насилия, от сцен жестокости и грязи сердце тает. А то, что сам казню, профессия такая. Ох, что я вижу, вот дракона голова упала с неба, не могу найти слова. Глазам не верю, там под облаками дракон наш, душечка, не выдыхает пламя. Таким несчастным, как сейчас, он в жизни не был. Я говорю вам, что нельзя смотреть на небо. А вот вторая голова, какое горе. И как нам жить, и что же будет с нами вскоре? Уж лучше бы этот весь кошмар приснился мне бы. Я говорил вам, что нельзя смотреть на небо. Третья голова! Какое горе! Мама! Сынок! Мама! Мама! Папа! Папочка! Помолчи, сынок! Почему ты улыбаешься, папа? Помолчи, сынок! Почему ты потираешь руки, папа? Заткнись, сынок! В руки мне сама собой свалилась власть! Мистер, подойди ко мне, дай воды, бургомистр. Пшел вон! Чего зря в воду переводить? Все равно и сдохнешь. Ничтожество! Жил да был, то да сё, ел да пил, раз и всё. Генрих, покойник так воспитал наш народ, что они повезут всякого, кто возьмёт вожжи. Знаю я, наш народец, каждая собака лает, как безумная. А стоит спустить ее с цепи, сама бежит в водку. Оргомистр, я умираю. Дай воды пить. Пить дайте мне воды. Умираешь, да?
как в балете «Умирающий лебедь», да? И, а Ланселота, ты не боишься, папа? Нет, сынок, не боюсь. Не боюсь я никакого Ланселота! Ты думаешь, дракона было так легко убить? Да наверняка господин Ланселот лежит где-нибудь там! В пустыне истекает кровью! Я чувствую, как шакалы начинают пожирать его плоть! Бургомистр! Генрих, придуши это ничтожество, как я тебя учил, а? Генрих, не смей! Ты мне хвост целовал при встрече! Ошибался! Дайте глоток, пол глотка, губы смочи, дайте мне начать сначала, я вас всех передавлю. Дайте хоть капельку! Кто-нибудь! Надо было скроить хоть одну добрую душу. Это моя ошибка. Я умираю, но я оставляю после себя прожженные души, продажные души, мертвые души. Ого! А мертвые души? Это хорошо, это надо запомнить. Давай-ка в ледник его, сынок, и льда побольше. Зачем он нам замороженный, папочка? Ну, мало ли, может, кто-нибудь захочет сфотографироваться на память. Конфетку хочешь? Хочу. Тебе какую, сосательную или жевательную? Жевательную, сосательную. Das kann das Gleiche sein, damit die Frau das Leid ganz genau das erreicht, was sie haben will. Ja und nein, das kann das Gleiche sein, weil sich das Glück auf der Welt so vergelt wie der Monat hat mir. Frag eine Frau ganz allgemein, hab's nicht, sie sagt zwar nein, das heißt doch beinahe so viel wie ja. Ja und nein. Das kann das Gleiche sein. Es kommt dabei nur der Fan, ob der Mann es dann fühlt, aber nicht. Ja und nein, das kann das Gleiche sein. Стойте! 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 Жестокие вы люди! Как же он там без моего могильного веночка? Das kann das Gleiche sein, damit die Frau das vielleicht ganz genau das erreicht und haben will. Ja und nein. Сейчас победитель дракона, мой папа, выйдет к вам. К вам выйдет наш новый президент, мой папа! Эй, вольный народ! Говорить нужно стройно, гуманно, демократично. Этот дракон разводил церемонии, а мы их разводить не будем. Не будем разводить! Простите!
Подождите! Да. А цветочки? Цветочки можно разводить? Цветочки можно! Спасибочки! Пожалуйста! Сограждане наши благодарны, что именно вы, папочка, убили дракона! Прибежали поздравить! Мой папочка – президент! Спасибо! Спасибо! Да здравствует победитель дракона! Да здравствует наш победитель! Да, да! Спасибо, друзья! Я и так хорошо знаю все, что вы хотите сказать. А черт, непрошенная слеза. Платочек для непрошенной слезы. Ой, спасибо, спасибо. Платочек для прошенной слезы. Господин президент, а мой сыночек в этот торжественный день специально для вас научился считать до 20. Сына, иди сюда. Ну, мама. Сюда иди, я сказала. Давай считай. Двадцать! Молодец! Хочешь леденец, а? Да. На, держи его. Секундочку! Дракошка, картошка. Фотографируемся. Ага, давай. Опля. Ага. Еще разок. Давай. Опля. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Ну, сегодня в нашем доме свадьба. А у меня есть еще кое-какие дела, так что ступайте. Ступайте, а потом приходите на свадьбу. Повеселимся! Кошмар окончился. И все мы живем в свободном мире, без рабства. Ура! 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 Да. Да, рабство отошло в область преданий. И мы переродились. Ну, вспомните, кем я был при проклятом драконе, а? Сумасшедшим больным. А теперь? Теперь я здоров! Здоров и счастлив, как огурчик! Про вас я уже и не говорю. Вы всегда у меня веселы. Веселы и счастливы, как пташки. Веселы. Видал, а? Ай, молодец. Молодец. Ну, лети. 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 Тюремщик, а вы присядьте, тюремщик. Присядьте, присядьте. Ну что, как там у меня в тюрьме? Ха, цихуйляпай. Сидят. А мой бывший первый помощник? Мучается. Врешь, небось? Клянусь, мучается. На стену лезет. Так ему и надо. Скотина, сволочь, тварь. Мало, знаешь, рассказываешь анекдот. Все смеются. А этот гад не смеется, только бороду показывает. Этот, мол, анекдот старый, с бородой. Бороду сбрить. Уже сбрили. О. Портрет ему в камеру мой повесили? А как же? Какой? На который я счастлив и радостно улыбаюсь. Тот самый. Что он? Плачет.
Так ему и надо. Скотина, сволочь, тварь. Ну ладно, хватит об этом. Что там в городе? Тихо. Угу. Однако пишут на стенах. Что пишут? Букву «Лы», что означает «Ланцелот». Да чушь. Ланцелот — это «Лы». Это означает «любим президента». Ага. Так значит, не сажать, ну, тех, которые пишут. Ну почему? Сажать. Сажать. Что еще пишут? Страшно сказать. Да говори, говори. Президент Чи... О. О. Сын президента... Ник. И еще... Прямо не знаю, как сказать. Ну? Президент старый... Звон. Но больше всего пишут букву «Лы». «Лы». И дался им этот Ланцелот. О нем нет никаких сведений? Нет. Нет. Птиц допрашивали? Допрашивали. Всех? Всех. Ну и что они говорят? Говорят, не видели. А змеи? О, эти бы сами приползли, если бы что-то узнали. Все-таки родня покойному. А? Однако не ползут. А рыбы? Молчат. Может, что-то знают, а? Нет. Ученые-рыбоводы заглядывали им в глаза. Подтверждают, ничего не знают. Ну и ладно. Ну и шут с ним. Пришел отец счастливой невесты, господин архивариус Шарлемань. О, он-то мне и нужен. Зови, зови. Ну ладно, ступайте, господин тюремщик, я вами доволен. Стараемся. Старайтесь, старайтесь. О, господин Шарлемань. Кстати, вы знакомы с тюремщиком? Очень мало, господин президент. Ну ничего, ничего. Можете еще познакомитесь поближе. Взять? Ну так уж и взять. Идите, идите, работайте. Работайте. Ну-с, господин Шрал... Шарлемань. С мягким знаком. Да я знаю. Знаю. Вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас позвали. Да, господин президент. Да. Нам, государственным людям, некогда делать предложения со вздохами, цветами и так далее. Мы не предлагаем. Мы приказываем попросту, от души. Эльза счастлива? Нет. Ну вот еще. Конечно, счастлива. А вы... А я в отчаянии, господин президент. Ай-яй-яй-яй. Какая неблагодарность! Я убил дракона! Простите, господин президент, но я не могу в это поверить. Можете. Честное слово, не могу. Да можете, можете. Если даже я в это поверил, то вы и подавно можете. Нет. Цену набиваете. Молодец. Уважаю. Ладно, предлагаю вам место моего первого помощника. Я не хочу. Да чушь, хотите. Нет. Слушайте, не торгуйтесь. Нам некогда. Казенная квартира. 153 комнаты недалеко от парка, возле рынка. Причем все окна выходят на юг. Сказочное жалование. Причем каждый раз, когда вы идете на службу, вам платятся подъемные. А идете домой — отпускные. Сидите дома — вам платят квартирные. А соберетесь в гости — вам платят командировочные. Слушайте, вы будете почти так же богаты, как я. Вы согласны? Нет. Чего же вы хотите? Только одного. Оставьте Эльзу в покое, господин президент. Вот славно оставить в покое. А если мне хочется? Потом, с государственной точки зрения, это очень солидно. Победитель дракона женится на спасенной им девушке. Это так убедительно.
Ну как вы не хотите этого понять, а? Боже мой, как это мучительно. Я научился думать, господин президент. Это само по себе мучительно, а тут еще эта свадьба. Ой, так ведь можно и с ума сойти. Нельзя. Нельзя. Все эти психические заболевания, все это чушь, выдумки. Ой. Зачем вы мучаете нас? То, что город наш стал такой же тихий и послушный, как прежде, это так страшно. А что за ерунда? Почему это страшно? Слушайте, вы что со своей дочкой вздумали бунтовать, а? Нет. Сегодня мы с ней гуляли в лесу и так хорошо, так подробно обо всем переговорили. Завтра, как только ее не станет, я тоже умру. Почему это ее не станет? Что за глупости? Неужели вы думаете, она переживет эту свадьбу? Конечно, это будет славный, веселый праздник. Слушай, другой бы радовался, что выдает дочь за богатого, а? Я, господин президент, вежливый пожилой человек. А? Мне трудно это сказать вам прямо в глаза, но я скажу. Эта свадьба — большое несчастье для нас. Слушайте, вы, любезный, вы, очевидно, хотите получить пай в наших предприятиях? Не выйдет! Все, что раньше нагло забирал дракон, теперь в руках народа! То есть в моих и отчасти Генриха. И это совершенно справедливо. Ведь мы с моим сыном народ! Разрешите мне уйти, господин президент. Идите. Запомните только следующее. Видите этот список? Тут 50 фамилий. Все ваши близкие друзья. Вздумаете бунтовать? Все 50 заложников пропадут без вести. Ступайте! Стойте! Сейчас за вами будет послан экипаж. Вы привезете дочь, и чтоб мне непонятно. Идите. И прекратите пить. Вы спиваетесь. Это так? Неэтично. Только в этом состоянии я могу говорить правду и жить в вашем мире. В нашем мире. Сынок, пришел проведать папочку. Тебе мандаринчики. Ой, спасибо, сынок. Какой ты заботливый, мой хороший. Витаминчики. Ой, какие ароматные. Хочешь кусочек? Хочу. Сейчас я тебе почти. Вот, на, грызи дольку. Ну как? Кислая, пап. Не, ничего, ничего, сладенькие. Вот те ты приносил в прошлый раз. Те были кислые, а эти хорошие сладенькие. Эти тоже кислые, папа. За тобой должок, сынок. Какой, папочка? Ты нанял 3 моих лакеев, чтобы они следили за мной. Читали мои бумаги, верно? Ну что ты, папочка? Да-да-да, сынок, не перебивай. Я дал им 500 монет из моих личных средств, чтобы они передавали тебе только то, что я разрешу. Следовательно, с тебя 500 монет, мальчугашка. Нет, пап, узнав об этом, я прибавил им 600.
А я, узнав об этом, 1000! Эй, слушай, сынок, а давай следить друг за другом попросту, по-родственному, как отец с сыном, а? Столько денег сбережем, а? Папа, ну что такое деньги? И то правда. Ведь ты умрешь, с собой не возьмешь, а? А ты? А я возьму. Ладно, хватит об этом. Допроси-ка ты лучше Эльзу. Она какая-то молчаливая в последнее время. Не знает ли она чего про этого Ланцелота. Допроси осторожненько. А я постою здесь тихонечко за портьерой. Портьеру мне! Ага, свободен. Посмотри, сынок. Меня не видно? Нет, пап, ты просто светлое пятно. Зови Эльзу! Эльза! Эльза, у нас новые портьеры. Тебе не нравится? Мне сейчас не до портьер. Эльза, мне давно хочется поговорить с тобой по совести, с открытой душой. О чем? О Ланцелоте или о чем хочешь. Я не знаю. Я ничего не хочу. Ну, не хочешь и не говори. Сашова, останови! Эльза! Неужели я стал совсем чужим тебе? А ведь мы так дружили в детстве. Давай поговорим, как в былые времена, как брат с сестрой. Хорошо. Давай поговорим. Нас никто не слышит? Нет, никто вообще не слышит. Кто может слышать? Сегодня праздник, дорогая. Все шпионы отдыхают. Видишь ли, я знаю, что с Ланцелотом. Ровно год назад, когда кончался бой, кот побежал в поле и увидел белого, как смерть, Ланцелота, который лежал бездыханный. Кот бросился ко мне позвать меня на помощь, но стража так старательно охраняла меня, что муха не могла пролететь в дом. Они прогнали кота. Грубые солдаты! Тогда кот бросился назад к Ланцелоту в поле. Ланцелот лежал бездыханный. Он умер, бедный. Видишь, Эльза, я плачу. Умер. Все кончено. Ланцелот мертв. Бедная девочка. Лошадки в ленточках, на оглоблях фонарики. Гости приехали на свадьбу. Ах, как приятно жить на свете и знать, что никакой дурак не сможет тебе помешать. Я полный президент над всеми. Я полный президент над всеми! Поздравляем жениха и невесту! Все так радуются, даже пташки чирикают весело! Зло ушло, добро пришло! Чик-чирик-чирик! Ура! Поздравляю!
так сказать, от лица всех тюремщиков, и от лица всех сидящих, и от лица будущих тюремщиков, и от лица будущих сидящих. Господин президент! Что? Господин президент! А что такое? А мой сыночек тоже хочет поздравить жениха и невесту. Ага. Да, он подарит вам колокольчики. Ага. Давай. Вот, держите. Спасибо, спасибо. Правда, они звенят немного печально, но ничего, утром они завянут и успокоятся. Дзынь-дзынь. Да, Эльза. Эльза, мила, ну ты постарайся быть веселой. Ну ты подумай, он хоть и президент, а все-таки человек, да? У него есть руки, ноги, а чешуи нету, да? И я, кстати, тут подумала... Ты ведь теперь можешь делать людям много добра. Ну вот, например, ты можешь попросить жениха, чтобы он уволил начальника моего папы. Тогда папа займет его место, и мы будем так счастливы. Господин президент, да. Позвольте мне похлопотать насчет моего сына. Хлопочите. Вы же знаете, какой он у меня талантливый и чувствительный. Мам, ты опять. И не скромничай. Ему необходим топор, новый топор. Мама, опять ты с этим топором у меня. Будет! Скромничай. Будет вам новый топор! Спасибо. Спасибо, господин президент. Пожалуйста. О лучшем президенте мы и мечтать не могли. Ну, что, что? У меня к вам тоже огромная просьба. Да, да. Можно мне изменить кличку? В смысле? Не Маруся. Что вы себе позволяете? Извините. Извиняю. А сейчас мы быстро и скромно совершим обряд бракосочетания. Я достал рыбу, которая создана для того, чтобы ее ели. Она улыбается, когда ее варят, и сообщает повару, когда готова. А еще будет индюшка, начиненная собственными индюшатами. Это так уютно, так по-семейному. А еще будут поросята, которые не только откармливались, но и воспитывались специально для нашего стола. Они умеют служить и подают лапку, несмотря на то, что зажаренные. А еще будут вина, такие старые, что впали в детство и пляшут, как маленькие, в своих бутылочках. И водка. Водка, очищенная до такой степени, что графин кажется пустым. Ах, друзья, как приятно быть или не быть. Эльза, подай лапку. Плутовка. Шалунью. Какая теплая лапка. Мордочку выше. Улыбаемся. Я плохой оратор, господа, и я... Не скромничай, мой милый. Мама, погоди.
Я боюсь, что буду говорить несколько сумбурно, но некоторое время назад самодовольный проходимец вызвал на бой проклятого дракона. Специальная комиссия, созданная городским управлением, установила следующее. Покойный наглец только раздразнил покойное чудовище, не опасно ранив его. И тогда наш бургомистр, а ныне президент вольного города, героически бросился на дракона и убил его уже окончательно, совершив различные чудеса храбрости. Чертополох гнусного рабства был с корнем вырван из почвы нашей общественной нивы. Благодарный город постановил следующее. Ежели мы проклятому дракону отдавали лучших наших девушек, ну неужели мы откажем в этой простой, естественной нужде нашему дорогому избавителю? Итак, чтобы подчеркнуть величие президента с одной стороны и покорность и послушание горожан с другой, я, как простой палач, совершу сейчас обряд бракосочетания. Ну, жених, что? Отвечай мне по чистой совести. Что? Согласен ли ты взять в жены эту девушку? Да ради родного города я согласен на все. Даже на эту девушку. Анекдот! Одному жениху отрубили голову! Все. Ну а ты, милая девушка, конечно же, согласна взять в жены господина президента вольного города. Но отвечай, милая девушка, ты согласна? Нет, я не согласна. Эльза, вот и прекрасно! Она согласна! Можно мне слово? Нет, нельзя. Ничего, Генрих, пусть говорит. Теперь можно. Со второго абзаца. Друзья мои, друзья, зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Я думала, что вы послушны дракону, как нож послушен разбойнику. А вы тоже, оказывается, разбойники. Умоляю вас, не убивайте меня. Скучно. Читать надо с выражением, всю ночь писал. Ну вот и все. Невеста закончила свое выступление. Да. Довольно этой канцелярщины. Да. Ужасно кушать хочется. Брак считается совершившимся. Можно я спою? О! А вот это по-нашему. Пой! Песня. Ага. Цыганская. Папа! Да ничего, сынок, теперь можно, пусть поет. Давай! А запрягай-ка, дядька, лошадь, а серую косматую, а я поеду на край света.
ты серая лошадка, а что ж ты рыжая летишь? А черноухая цыганка, а расскажи, о чем грустишь? А черноухая цыганка, а расскажи, о чем грустишь? Я парамел, я чебурел, я парамел, зомби Викториана. Потерял свое колечко, а по зеленым лугу. А кто найдет мое колечко, а тот найдет свою судьбу. А кто найдет мое колечко, а тот найдет свою судьбу. Я парамел, я чебурела. А мы то. Я чайник. Заварите меня. А мы тут это песни поем цыганские. Не люблю цыган. А это вот мой сын Генрих. Вы знаете, такой молодой, уже бургомистр. Очень выдвинулся после того, как я... После того, как мы... Ну, то есть, после того, как дракона не стало. А что вы молчите и все так смотрите? Расскажите лучше, как там дела в мире, как то да сё. Может быть, вы устали, хотите отдохнуть с дороги? Стража вас проводит, стража! Проводите его на заслуженный отдых. А то, понимаешь, стоит, смотрит. Здравствуй, Эльза. Ланселот. Это в самом деле ты? Да. Папа! А помнишь, мы думали, что он придет и скажет: здравствуй, Эльза. В тот момент, когда нам останется одно, взять и тихонечко умереть. Значит, ты меня любишь по-прежнему? Папа! Помнишь, мы думали, что он придет и скажет: Эльза, ты меня любишь по-прежнему? А я отвечу тебе: да. А потом спрошу тебя: где ты так долго был? Далеко-далеко. В Черных горах я сильно болел. Болел? Да. Приду, все время твердил твое имя. Эльза! Так значит, и ты без меня тосковал? Тосковал. Я тоже. А меня тут мучили. Кто? Эльза, почему вы нам не сказали? Нужно было составить список, мы бы с Генрихом... Я все знаю. Знаешь, откуда? Да. В Черных горах есть огромная пещера. И в пещере этой лежит книга. Книга исписана почти до конца. К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляются к прежним. Прибавляются каждый день. Ее пишет мир. В ней записаны все преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно. Я вас спас! А вы что сделали? Будьте здоровы! Ожил! Вы
Живы! Вы ожили! Какое счастье! Мы все счастливы! Новый президент тут творил такое! Пообещал ребенку топор и не дал! А я и не умирал. Я в каждом из вас. Эльза, дай лапку. Тут уж ничего не поделаешь.